Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и мы продолжаем проходить игру Far Cry Железные Ветра. Это уже по счету пятая часть прохождения этой игры. Все-таки решил разделить четвертую главу, которая называется Бункер, на две части, потому что она слишком долго. Так, снайпер. Чуть не попал. Да, сейчас наша главная задача — пробраться через базу. Да, вот она, эта база. Вот такая вот. Огромная, кстати, база. Чё-то я поторопился. Так, вот тут ко мне летит. Ладно, пофиг. Так, продолжаем их убивать. В четвертом выпуске я не справился с ними, они меня убили. Я решил, ну, в следующем выпуске, короче, засниму эту миссию до конца. Ну, наверное, этот выпуск, он будет короткий, по-моему, или нет даже. Ну, посмотрим. Где 30 минут? 40? Даже, может быть. Так, я хочу сюда вот поехать и взять это оружие, вот так вот потихонечку всех убивать. Так, кто это мне сейчас... А, вот это, да? Стреляет меня, урод. Отлично. Ну, вот так вот потихонечку всех убиваем. Потихонечку. А, вот там еще один. Ко мне летит вертолет. Есть. Ладно, мне уже баги не понадобится. А хотя понадобится, может быть. Потому что вертолет приближается. Ну да, он ко мне летит. Или нет? А, да. Какой же ты меткий, урод. Сколько ты мне жизни снес? Так, вот еще один. Че, он присел, что ли, я не понимаю? А, да, присел, урод. Умный падла. Так, ладно. Вот этот вход в базу. Ни хрена себе, тут сразу трое. Так, ну тут просто капец как внимательно все осматривать. Вот, цистерны, посмотрим, как они будут... как они будут воевать без горючего, да? Блин! Есть! Жестко, жестко. Ага. Так, стоп, откуда?
Получай. Ну, так вот потихонечку, потихонечку. Будем всех убивать. Как я его не заметил-то? Думаю, ребята, то, что пора идти... А, нет, кстати. Вон тот еще. А патрон-то кончается, они не бесконечные. Так, ну их там еще много, судя по глазам. Вот тут еще один урод, получай. Ладно, идем дальше. Мы должны сейчас уничтожить цистерны. Ах ты, урод! Да, их тут вообще много. Ладно, давайте их, короче, со снайперки. Убью. Все. Как раз здесь патрон. Что прям ровненько было. Есть. Очень опасно. Сейчас. Смотрите, вот отсюда можно увидеть этого вот наемника, да? А вот если посмотреть, его нет. Вот такая вот тупость в этой игре. Просто жесть. Ну, вот так вот потихонечку всех убиваем. Так, сзади случайно никого нет? Нет, все нормально. Вот так вот. Да, ну вот они, цистерна. Не понял. Так, взорвать топливные баки. Че, вот этот бак топливный? Ну, походу на то. Надо мне как-то это уничтожить, но не здесь же уничтожать эти топливные баки, потому что я сразу сдохну. Взрыв будет здесь, конечно, огромный. Так что сейчас нужно обязательно найти что-нибудь такое, чтобы можно было это уничтожить. Было бы круто, если бы у меня бы сейчас тачка была. Это было просто замечательно. Ух ты, тут сколько! Я найду тебя! Так, это откуда? Откуда это? Ага. Вот ты где.
Да ты чё, какой метки, не понимаю. Столько жизни оставил. Просто жесть. Да это вообще жесть. Где аптечка, не понимаю. Просто жесть, просто жесть. У меня больше никаких слов нет. Вот видите, сразу убивает. Я, наверное, знаю, что сейчас попробую сделать. Все-таки я сейчас вот что сделаю. У меня есть один план. Сейчас мы попробуем это сделать. Так, меняем машину. Чуть не попали. Так, делаем то же самое. Не, ну конечно, это тут место очень трудное. Самое трудное место. Всех должен пройти. Не, ну база здесь, конечно, вообще просто капец как огромная. И очень много наемников этих. Очень много. Блин, давай быстрей! Быстрей! Есть. Так долго, блин. Просто едем вперед и все. Меняем темп стрельбы, делаем вот так. Я убью тебя. Так, вот написано продолжай, да? Так, все, быстро едем отсюда нафиг. Давай, давай, давай. Есть сохранение. Вот это вообще просто найс. Офигенный план. Все-таки он сработал. Самое главное. Ух ты! Вот так вот, дорогие друзья. Надо было так сразу делать. Надо было так делать сразу. А вот у нас сохранение. Мы продолжаем проходить. До маяка. Хорошо. Так. Еще одна какая-то база. Вы серьезно? Вы меня уже с этими базами достали. Еще одно сохранение. Отлично. Просто супер. Просто едем. И все. Ух ты! Вот это еще одна база, да? Я так понимаю.
Ладно, пусть, короче, вот эти снайперы меня убьют. Я буду просто стоять. И будем наблюдать. Да, вот, все, попали. Так, у нас сохранение было, это самое главное. Сейчас попытаемся что-нибудь сделать. Сейчас это сразу буду тормозить. И убивать здесь вот снайперов. В первую очередь, самое главное. Сзади еще. Чё-то я его не заметил. Чё, вот там пошли? А, да, смотрите, красиво как. Так, ну чё? Погнали. Вот они. Так, стоп, я что-то слышу. Так, там у нас что? А, та база? Понятно, понятно. Ах ты, падла. Вроде попал. По-моему. Да, попал. Давай! Есть. Ну, все-таки они меня попали. Ничего страшного. Самое главное сейчас найти аптечку где-нибудь. И все, в принципе. Аптечка. Нифига себе база. Вообще огромная просто. Посмотрите на это. Достали уже с этими базами. Нет, никак. Как тогда? Тихо, тихо, стоять. Я понял. Понял, походу. Так, ясно, ясно. Захватить маяк, значит. Так, у нас сохранение было, самое главное. Сейчас можно сделать, что хочешь. Я хочу спуститься туда. Тихо, тихо, не так сразу. Аккуратненько. Так, там что такое, не понял. Тоже сдохли. Так, ну что это за вход такой? Интересно. Давайте посмотрим. Подняться на маяк. Да вы достали, ребята.
Не, ну просто жесть, какая огромная карта, просто жесть. Что там происходит? Попало, рот, гаденыш. А, он сверху, что ли? Да вы достали уже, блин. Блин. Просто жесть. Вот это вообще такая глава трудная. Чего здесь только нет? Согласитесь. Жизни опять очень мало. Сейчас меня бьют. Конечно же. Так, дайте, пожалуйста, аптечку. Просто умоляю. Да ну нафиг, а. Там же еще один был. Еще одна попытка. Все-таки должны мы пройти. Да, ну конечно. Трудно. Очень трудно. Выходите, твари. Какого черта это было? Не с места! Хочешь еще? Прячься! А, вот тут еще один, да? Сидит здесь, да? И что дальше? Подняться по лестнице? Есть. Так, тут ничего нет, что ли? Блин, что, ни одной аптечки? Вы серьезно? Как я выживу? Просто жесть. Просто жесть. Смотри-ка, это какой-то лабиринт. Видите? Вот ты нежишь!
О, как мне повезло, а? Вот просто взгляните на моей жизни. Просто поднимаемся и все. Надеюсь, нас не убьют. А где сохранение? Аптечка и броня. Капец, там аптечка и броня. Давай, давай. Быстрей. Да, детка. Есть. Ох, как же мне повезло-то, а сейчас. Столько жизни было, но все-таки я прошел. Что это за звук? Так, вот такая вот странная комнатка здесь, непонятно. Ух ты, ух ты! Что не сдох! Вот так вот мы постреляли в локоть. Чего они здесь вообще сделают, не понимаю. Эй, чего за лаборатория? Ух ты. А прикольно здесь, однако. Красиво. Постарались разработчики. Постарались, да. Блин, а? Стоят они в углу. Эй, есть там кто-то за звук? Так, ребята, как же броня? Дайте, пожалуйста, броню. Ладно, давайте поднимемся. О, лысый. Это просто жесть. Только я у них аптечки не вижу. Нет, а вот этого сейчас выпала аптечка. Просто жесть, они могут убить меня вообще легко могут сейчас. Взгляд на моей жизни. Давай, я успеешь, успеешь. Успел, ну как же мне повезло-то, а? Ну а где сохранение, ребят? Ну пожалуйста, дай сохранение, а то я сейчас в любой момент могу сдохнуть.
могу начать с того гребаного момента. Пожалуйста, дайте сохранение. Быстрее. Как можно быстрее. Или мне кабзец. Смотрите, у нас тут варианты есть даже. Либо мы идем туда, туда, туда. Офигеть. Я хочу сейчас взять вон ту аптечку с броней. Обязательно. Обязательно. Так. Проникнуть на базу. Ясно, ясно. Ладно, идем туда. Нам что, пострелять что надо? Или что, я так не понял. А, здесь типа закрыто, да? Тут открыто. Здесь открыто. Понятно все. А, вот, кнопочка. Понял, понял. Я понял, что нам сейчас надо делать. Найти все эти кнопки. Ладно, давай сейчас мы туда пойдем. Посмотрим, что у нас там находится. Угу. Понятно. Понял. Они, значит, не открываются, эти двери. Даже не знаю. Что, будем так вот осматривать? Вот первая кнопочка. А все двери, я так, так понимаю, то, что не открываются. Это-то да. Вот еще. Вообще не понимаю, что сейчас надо делать. Конечно. Нет, они вообще не открываются. Там говорят, разговаривают. Угу. Здесь у нас что? Нету? Ничего нет? Нет, там может быть дверь откроется. Я не подходил, не проверял. А нет, стойте, смотрите. Я нашел. Вот она, эта кнопка. Я так и знал, что нужно так осматривать. Все вот эти вот колонны. Так. Давай сейчас осмотрим все остальные колонны. Спускаемся. Сейчас опять все осмотрим. Давайте я еще спущусь. Я смотрю все. Вот здесь я вроде не проверял. Сейчас посмотрим. Да. Есть. Все понятно. Сейчас войдем. Так, а интересно, эти двери будут открываться? Нет, наверное. Погнали. Сколько же здесь этих дверей? Мне показалось, я что-то слышал. Жесть.
начинается. Очень их, конечно, много. Очень много. И карта капец какая огромная. В самом начале, блин, сказал то, что выпуск, наверное, будет короткий, но нет, ни хрена. О, сохранение. Могу, в принципе, в любое время сдохнуть. Так, здесь нам нужна карточка. Хорошо. Без проблем. Так, стоп, и что это? Здесь патроны. Здесь, значит, нам нужна карточка. А, все, понял, понял. Сейчас мы, короче, вот так вот поднимемся. Поднимаемся. Дайте нам карточку. Че, опять подниматься, что ли, наверх? Или нет? Или все же нам надо тут карту? Ничего нам не дадут. А, нет, дали. Я просто не заметил все. Сейчас также спустимся аккуратненько. Давай, спускайся, спускайся. Эй, что там было? Кто там? Мне что-то померещилось. Даже не пытайся! Для тебя все кончено, ублюдок! Стреляет вот через дверь и попадает в меня. Падла, а? Ненавижу тебя. Последнее сохранение. Ну это вообще жесть. Far Cry железный тара, блин. Трудновато. Опять подбираем эту броню. Лестница. Давай, давай. Чё, разлезть эту голову на три части даже? Я подумал, подумал. Не, всё-таки я попробую сейчас закончить всё-таки эту главу. До конца заснять. Тихо, тихо. Потому что как-то вообще получается хрень какая-то. Эй, кто там? Потихонечку. Это ты. Отлично. Ух, я испугался как, а? Сколько у меня жизни оставили, уроды? Блин. На! Какой, блин, все, поздно. Ты труп. Ножки.
это их слабость. Ублюдок! Стреляем в ноги. И все. Так, дайте нам аптечку. Пожалуйста. Эй, ты в полной заднице, приятель. Фух, заметил все-таки. Сесть я в эти тачки на эту машину не могу. Как вы видите. Так, ну и что нам сейчас делать надо? Есть сохранение. Спускаем. Ой, поднимаемся. Поднимаемся наверх. Сейчас, короче, меня убьют. Давай, сейчас сделаем так, чтобы нас убили. Давай, давай, давай. Ой, какой молодец, ой, какой молодец. Еле-еле попал, блин. Да, все-таки мы сейчас уже на базе, на поверхности. Да, просто жесть. Конечно. Так, опять мы здесь. Ну, давайте попробуем со второй попытки все-таки. Сейчас я попробую сделать то же самое. Сделать все очень быстро. Убить всех тех снайперов. В первую очередь, конечно же. Выходим, убиваем, конечно, в первую очередь вот этого. Берем винтовку. Сейчас этого убьем. Вот так вот. И вон тех вот. Давай, надо прям в плечо попасть. В плечо. Нет, не попал. А сейчас, давай, давай. Да, вот сейчас вот прям в плечо попал. Убили все-таки моего, убили. Давай сразу садись в эту тачку, быстрее. Все, поехали, поехали. Маяку, к маяку. Ага, снайпер. Вот так вам. Твари. Заметил, заметил. Давай, давай, давай. Так, тут у нас что? Есть аптечка. Получи. На. Блин, даже боюсь туда идти. Ты покойник! Что здесь произошло? Чё, закинем гранатку? Надо было, да, реально кинуть дымовую гранату, она помогает. Так, все, поднимаемся. Поднимаемся на маяк. Только надо аккуратно подняться. Надеюсь, то, что мы сейчас закончим. Надеюсь. Пожалуйста. Так, направляйся к этой площадке. Да, вот сюда отправляйся, да? Так, это конец, да? Конец миссии, надеюсь? Пожалуйста. Вот, к нам вертолет прилетает. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, блин, а. Так, это наши, я так понимаю, да? Наши, наши. Они вот мне помогают. Так, ну что, аккуратно спускаемся. Очень аккуратно спускаемся. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно.
Беги! Ах ты, падла, попала меня, урод. Ну давай, это конец. Ребята, это конец. Это конец этой гребаной миссии. Пожалуйста. Да, ну вот, дорогие друзья, на этом я заканчиваю 5-й выпуск прохождения игры Far Cry Железные Ветра. Всем пока, в следующем выпуске будем продолжать.